Стоимость биткоина превысила 17 тысяч долларов и достигла трехлетнего максимума. Рост составил 7% до 17 891 доллара, самого высокого уровня с декабря 2017 года. Эксперты объясняют рост цифровой валюты тем, что она подвержена резким скачкам из-за пандемии коронавируса. Аналитики издания BBC отметили, что пандемия побудила инвесторов пересмотреть долгосрочные перспективы биткоина и других криптовалют. Однако они по-прежнему опасаются, что биткоины могут стать частью мошеннических и преступных схем, что снизит их стоимость. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, на момент написания новости он стоил 17 755 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – 17 845 доллара. PayPal разрешит операции с криптовалютами. Пандемия затронула традиционную торговлю, поэтому клиенты начали больше обращать внимание на криптовалюту. Периоды крайнего неприятия риска заставили многих трейдеров диверсифицироваться в сторону биткоинов, отметил Эдвард Мои из торговой фирмы Аанда. Начиная с 26 октября все пользователи PayPal в США могут официально покупать и продавать биткоины и другие цифровые валюты на платформе. В сервисе отмечают, что криптовалюту можно будет использовать для оплаты товаров на более 26 миллионов площадках, которые сотрудничают с PayPal. Однако они не получат оплату ни в биткоин, Ethereum или Litecoin. Вместо этого PayPal будет производить оплату в национальной валюте, в данном случае в долларах. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.